стали опекунами нашей рыбной лисички. Это очень символично, потому что на вашем логотипе изображен этот чудесный зверь, зверь сказок, который особенно любят дети. А дети – это наша аудитория. В основном, конечно, семьи с детьми приходят в зоопарк для того, чтобы рассказать детям о том, какие существуют животные, то есть, чтобы они познали этот мир. Мы рады, что, познавая этот мир, родители этих детей узнают о таком чудесном производителе детской одежды. Спасибо вам огромное и рады вручить вам свидетельство опекуна, которое подтверждает, что вы являетесь опекуном обыкновенной лисы, рыжей лисы, которая живет в нашем зоопарке. Спасибо. Спасибо. Это вам большой подарок. Спасибо.